Так, сейчас с Катей на перевязку, потом в магазин докупить еду, заехать забрать торт, потом у нас гости. Я рассказываю про то, что нам еще надо успеть сделать. Приехали мы, уже совсем темно, за тортом. Алиска все еще спит. Настя с Катей, по-моему, уже тоже засыпает. Сейчас уже 6:30, и еле-еле нашли, где эта девушка живет, которая делала торт. Сейчас сидим, ее ждем в машине. Вон да. Она идет с огромной коробкой. Папа побежал помогать, потому что торт тяжелый, реально тяжелый. Он же двухъярусный? Я думала, ты заказала просто обычный. Не, я не заказывала двухъярусный, просто он 5,5 килограмма. Ну, может, чем-то украшен. Сама говорит, донесу. Все, едем домой. Держу торт на руках. На улице такой туман сильный. Смотрите, какой торт огромный. Все, мы уже дома. Катя обнимается с батоном. А дома все розы вместе. Посмотрите, какой букет. С ума сойти. Так не должна. Так, у нас тут горе. У нас торт по дороге, видимо, рухнул. Не знаю, когда это произошло. Один этаж упал со второго. Надо как-то попытаться поставить, как вы думаете? Ну да. Или отдельно их поставить? Мне кажется, лучше отдельно, а то он полностью развалится в нижнем. О, кто идет? Привет! Первые наши гости, Злата. Ты будешь день, нас ты будешь поздравлять. Привет! Автомобильный пылесос, что ли? Привет! Привет, привет, привет! Это к тому подарку, что... Я так понимаю, папа с мамой подарили. Да, уже подарили. Вот тоже. Уже подарили? Да. Все, и вот это тоже туда же. Спасибо. А то тебе нужно там приходить. Блин, это прям круто. А це, бачиш, виростили этот своим трудом. О, привет. Ты на запах, да? Не, он пришел помогать столы расставлять. Он пришел столы расставлять. Смотрите, как все распределились. Детки все вместе. Мы быстро-быстро накрыли стол. Так, ты на лошади не катался? А? Ты на лошади катался тоже? Мы только фотографировались возле лошади. Ай, батон! Укусил меня за ногу. Ай, батон! Успокойся! Он опасный. Вот то такой. Брысь, батон. Невменяемый. Просто невменяемый. Злата, сильно не подходи к нему, так он и кусается. Катя тут раскладывает колбасу с сыром каким-то странным способом. Оливье у нас готовила Настя, котлеты готовил Костя, пюре нам Надя потоптала, пока мы ездили, в общем, начистили картошку. Да, как-то вместе сварганили стол. У нас сейчас еще был... Мы сейчас еще пытались решить, Катя, сегодня уезжать в Киев или завтра. Потому что если завтра, то ее повезет Костя. Нам надо думала сегодня уезжать. Потому что завтра у нее там репетиция экзамена. Что-то такое. Да. По состоянию. И то, и другое? Да. Не уронишь? Будешь там? По состоянию. Давай, ам. Противопоказано. И вот. Давай, ам, Алисочка, вкусная. Вкусная. Кусь, Алиса бутер потянула. Икра полезная, надо кушать. Но она пока масло с батоном, навряд ли она икру будет. Я буду пить сок. Я тоже пью сок. Ты у нас первенец. Я знаю, тебе с нами тяжело было, потому что мы на тебе опыта напирались. То вместо шапки памперс на голову наденем, то там молочные зубы обратно приклеивали. Ну, не знаю. Ну, выросла, похорошела, красавица, умная. Молодец, мы тебя очень любим. Будь счастлива. Да. За тебя. А меня. И тебя. Не дотянусь, Настя. Привет, Макар. Привет. Задумался. Привет. О, привет. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо. Поздравляю. Расти большая. Уже выросла большая. Мы, блин, слышишь, маму задержали на час на работе. Ничего страшного, мы только недавно уселись, поверь. Это просто, понимаешь, ты так там хватает.
хватает работы. Ее еще припухали на час. И мы с Макаром уже ждали. Капец. Возле работы. Буквально минут 5-7. Все пришли? Да. Все желающие здесь. Давай. Куда смотреть? Не, подождите, а где мой брат? Купай, курточку возьми. Костя, где ты? Да, курточку. Где ты пропал? А тебе? Нет. Почему? Тебе. А Даша? Все, давайте Насте кричать поздравляем. 3, 4. Поздравляем! 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 Алида, поздравляю! Спасибо! Ой, ты хоть попросила меня не надо! Уже все, нема. Нема уже. Кость, бери тяжело. А, кто их запустил? Папа? Не знаю. Пошли посмотрим. А кто же запускал? О, здравствуйте! Кто же бы это запускал? Да, я рисунок. О, спасибо. Я хотела бы, чтобы ты его дорисовала, если будут вопросы, звони. Ну что, как вам салют? Понравился? Очень! Алиса испугалась. Знаете, ну те, что ж воно есть. Не переживай, десна. Босоножки? Туфельки? Ну да. Ну идем, конечно. О, вы тоже эту кофточку надеете? Мокасины. Ну да. В общем, мы уже салют посмотрели, а Лариса с Сережей до сих пор нету. Ну, салют увидеть на видео. Да не звонила, сейчас позвоню. Я все ждала, что они придут. Алиса тоже испугалась, такой был салют сильный. Да, правильно, что вы не пошли. Угу. Очень громкий он был, да. Так, сейчас будем пытаться сложить торт. Поставить все-таки верхний корж на нижний, чтобы хотя бы Настя свечки задула. Так, где там Настя, пока он не развалился? Ну, дыхай-то на него. Кость, может мы спички повтыкаем и зажгем? Мы забыли свечки купить. Не надо спички. А как же задувать? А мешает, да тут донешь, он весь упадет. Что мы тогда делаем с этим тортом? Может, сфоткаемся и больше? Пускай задует так, чтобы... Нет, я уже не это. Цветочки пошевелились. Ну ладно, тогда давайте его есть. Все, видишь, сложили почти двухъярусный. Дайте я угадаю, это Катя нарезала, раскладывала. А кто? Это ты, Настя? Нет, это тебе хочется. Опять. Капец. Потому что она перегрузку на другую сторону получила. Кать, дай угадаю, ты раскладывала там фрукты нарезанные, да? Красиво. Так, мы одних гостей провожаем, других встречаем. Пришли Лариса и Сережа и Назар. А? А они уже уезжают. Я вот помню, когда-то переходил я на кольце, где футбольный вот это, в Черкасах есть футбольный клуб, футбольный стадион, и там есть какой-то перекресток определенный. И мы
Я помню еще, я был маленький, а вы еще младше, ну, Настя, ты и Катя, ну, как бы, вот. Но суть в том, что я запомнил, что я с вами иду. Почему, если находились бальные танцы где-то за квартал, что я туда зашел с вами, ну, я не понимаю. Ну, мы просто гуляли вместе за руки, вот, и проходит время, взрослеем, да, действительно, твой папе говорил, ты выросла принцессой, красавицей. И все круто, еще и умно, и вообще все складывается. В общем, у меня нет слов, чтобы набрать вот это вот все. И легких хватает воздухом. Выдохну и скажу просто: с праздником тебя, с днем рождения.